Или-то Продакшн представляет. Привет, мои любимые зрители. А, не так давно мы уже играли в пользовательскую карту под названием Бомбермен, и теперь мы сыграем в новую карту. Ну, новую на новом движке в этом плане. Эта карта была уже в а, Warcraftе еще, но по словам, по словам разработчика этой карты а я читал историю изменений. Он написал, что он создал ее заново для Dota 2 Reborn. Карта называется «Корпоративное выживание». Корпоративная корпорация типа Microsoft, Google, Intel, AMD и что-то еще. Ладно, мы ждем, когда загрузится игрок, потому что мы будем играть в пятером. Давай, мальчик, поднажми, поднажми. Так вот, читал я историю карты. Сначала он создал просто ее для Dota 2, да? Но она была незаконченная. И последнее изменение ее было в октябре 2014 года. И как только вышел Dota 2 Reborn, да? Чувак заново переписал карту, и теперь обновление выходит ежедневно этой карты. Ну, там раз в два дня. То есть, благодаря этому обновлению доты, да, глобальному, теперь у людей развязались руки, и они могут спокойно штамповать карты, что они, в принципе, и делают. Ну что ж, я играл в эту карту раз в пять, три раза победил, два раза проиграл. Хочется сыграть за интересных героев, да, нестандартных. То есть не хочется за Акса играть, которого пикают каждую. Вот Алхимика каждую игру берут. В прошлой игре Алхимик вообще ничего не сделал. Шейкер. Шейкер. Вот кого я хочу взять. Попробуем сыграть за шейкера. Пэт. Ну, дайте мне. О, реально, здесь можно тоже с этим играть. С своей собачкой? Нет, нельзя. Ну ладно. Шейкер, но шейкера только в кэри. В принципе, можно собрать ему даже даггер. Хотя нет, дагер смысла нету, просто будем собираться в кэри. Да, собрать ему фейзы и бф. То есть удар, и по лицу удар, и по лицу. Идем а, направо. Так вот, а, теперь он обновляет карту раз в два дня. И все теперь у него стабильно выходит. Карта очень интересная, очень интересная карта. Но она довольно легкая. Если ему попадаются нормальные игроки, да, то есть у которых Ручки растут не с ракатана, то вы выиграете спокойно игру. Здесь, по-моему, я не помню точно, 11 волн, да, или 12, я не помню. Так вот, в чем вся суть? Вот, вот вы видите карту, да, здесь 4 стороны, то есть враги идут с 4 сторон. Ну, нас немножко пробивают, но ничего страшного. Враги идут с 4 сторон. Посредине трона мы защищаем данный трон. А, нам нужно, короче, получить уровень. Реально срочно нужно получить уровень, чтобы работала у нас пассивка. Зря, наверное. Хотя, почему зря? Наверное, зря это темп прокачал. Она была первая способность прокачать. Здесь самое главное, запомните, фарм общий. То есть, вы убиваете крипов, выпадает золото. Его нужно поднимать. Когда вы и ваши союзники поднимаете золото, все Игроки получают за это золото. То есть здесь золото общее. Самое главное его поднимать. Скоро мы получим уровень. Реально зря я прокачал тотем. Моя ошибка. Не делайте так. Надо было сначала это, фиссуру прокачать. Давайте поднимем золото. Если золото долго не поднимать, оно исчезает. Опа. О, да? Красота просто. Ну на это в принципе я и рассчитывал. То есть на пассивочку и тотем. Чтобы так по земле. Опа. И а, просто красота. А вы прикиньте, потом мы соберем бф. -шку. Ни разу на этой карте я не видел. Вообще ни у кого. Ни у кого не видел а, бф. Ой, господи, что я несу. Шейкера. Ни разу не видел шейкера. Теперь мы можем просто с прокаста убивать. Изибризи. Вообще многие герои убивают с прокаста первую волну. Так вот, мы защищаем трон. Волны идут с четырех сторон. Всего, по-моему, 12-13 волн. Или 11 даже. Ну, где-то где так. Первая волна, она самая простая, но она при этом самая долгая. То есть, просто крипы идут, вы убиваете. Но, с другой стороны, он правильно сделал, разработчик. То есть, идет подготовочка. Просто подготавливайтесь к замесу. Опа! Изи-бризи. Снайпер бегает. Бегает, бегает. Видите, спокойно всех убиваем. Шторм тоже убивает с помощью первой способности. Вот мой пэт. Пэт бегает. Я думаю, что его здесь не будет. Это вот еще одно преимущество да, нового движка. Что здесь работают все фишки из доты. То есть вы, например, купили сет на героя. Отдельно на него сет и играйте в любые пользовательские игры. Там будет ваш герой с вашим сетом. Офигенная тема. Вот. Опять же, золото выпадает на удачу. То есть там может не выпасть вообще с пачки крипов. Сейчас выпало аж три монеты. Ну, не три монеты, как это можно назвать? Три куска. Три куска, которые каждый стоит там по 22 монеты. Видите, у некоторых ошибка, да, что они не включают автоатаку. Я бы вам порекомендовал на этой карте включите автоатаку. Реально, игра сначала без нее неудобна. То есть вы ставите героя, Смотрите куда-нибудь, а он у вас АФК стоит и не бьет никого. А так включили автоатаку, он на одном месте стоит и всех убивает. Ну, вышки ломая смысла нету, потому что они быстро регенятся. Но даже если ее сломать, вышку... Кстати, я ни разу не видел, чтобы ее могли сломать, но в принципе в теории можно сломать. Если снайпер соберет две рапиры, да, и у него будет скорость, он сможет сломать ее. Но мне кажется, это абсолютно бесполезно и бессмысленно. Она никак не помогает врагам. Но не советую к вам подходить близко к вышке, потому что она вас убьет. Еще раз напоминаю, карта называется «Корпоративное выживание». Название смотрите в это название видео. Я вам советую, обязательно в нее играйте, обязательно с вашими друзьями играйте. Карта очень интересная. Здесь также можно собирать всякие связки делать с другими героями тот же Магнус, он может давать там с урон свой. Конечно, хорошо, когда играют опытные люди, гораздо интереснее, нежели бывает, заходят люди, играют первый раз, они вообще ничего не понимают, чем надо делать. Все, снайпер, пока. Уходи, прочь. О! Давайте будем качать все-таки тотем. То, чтобы у нас увеличился крит. Супер удар. Во хорош. Но ну, пес. Давайте дадим снайперу. Я все ему отдал. Ладно, пускай у него будет все. Мне, в принципе, хилка не нужна. Дай мне одну хилку. Надо было себе заюзать и ему отдать. Во, все, все. Ну все, молодец, видите, парень а, понял, что я от него хочу. А, здесь, наверное, можно было передать хилку. Да, да, надо было хилку себе оставить, потому что я ближний бой танкую, тем более у нас еще есть пэт. Пэт. Пау! Хорош, братюня, хорош. Так вот, еще раз напоминаю. Первая волна самая такая, знаете, медлительная, долгая, скучная. Но ничего страшного, вы не бойтесь. Сейчас закончится волна, будет экшен. Вторая волна уже будет гораздо сложнее. Гораздо сложнее. Поднимай быстро, сказал. Молодец. Вот видите, кто-то убивает, поднимает куски золота, да? Слитки золота. И мы... Ах, какой-то вообще странный, странный человек. Он всю игру покашет. И мы, короче, получаем золото. Все. Ну все, собрали мы себе фейзы, теперь идем в БФ. Обязательно БФ. Весь замысел в том, да, чтобы я реально убивал скрита. А если, короче, а да, да, не получится так. Ну ладно. Насколько я помню, наш тотем, он работает только с нашим основным уроном. То есть, если мы соберем рапиру, у нас не будет сильнее крит от этого. К сожалению. То есть, нам нужно собирать предметы на силу, чтобы увеличить. Нам нужен армалет. Мы соберем себе армалет. Кстати, да, хороший вариант. На этой карте тоже ни разу не вижу, чтобы собирали армлет. Все, скоро закончится первая волна. Вот она, последние крипы идут. Можно идти на базу, все. Вот он, магазин, здесь мы можем покупать. Вот они наши фейзы. Ну, БФ надо собрать. БФ мы соберем, потом соберем себе армлет. Будем копить на БФшечку. И нормально. Фейзы нам нужны для общего урона и для скорости, в принципе. И чтобы проходить через крипов, тоже такое бывает, что крипы могут вас заблочить. Особенно вот на этом уровне, когда зомби будут поднимать новых маленьких зомбят, и они могут вас забочить. Здесь уже, в принципе, нет смысла стоять на лайне. Здесь надо ходить помогать союзникам, потому что крипы будут идти с двух сторон. Вот вы видите, да? Например, алхимика они будут убивать. Видите, зеленый крип, слизь, да, зеленая. Он взрывается. Здесь опасно очень. Вот. Он взрывается и убивает других. Потом к нему лучше не подходить. Ну, ну. Так, внизу тоже пришли, пойдемте вниз, бегаем. Ну, они слабенько бьют, ничего страшного. Я просто пришел, потому что думал, там выйдет сильный зомби. По! Ой, вы видите, да? Не смог ее убить. Чисто с пассивки не смог. Нормально, поднимаем золото. Поднимаем, поднимаем. Появляется у нас голода. Появляются предметы. Вот. Ну, пес! Вот видите, уже посильнее. Надо реально будет качнуть, короче, стан. Потому что это реально жопа. Пока мы никого не пробиваем. Чувак, там опасно. Ну вот вы видите, что бывает, да? Происходит. Давайте качнем стан. На, пес. Видите, он тоже, наверное, не знал. На, пес. Помогаем а, воскрешать союзников. Хрена он выкупился, я не понимаю логик. Так вот, когда убивает вашего союзника, Здесь два варианта. Или вас воскрешают. Да, союзники. Кстати, когда вас воскрешают, чем больше людей, тем быстрее вы воскр... можете воскреснуть. Нормально. Или вы можете сами выкупиться, или просто заканчивается раунд, вы появляетесь. Кстати, убивайте всегда большого зомби, потому что он бафает. Он постоянно бафает. Видите, сложный уровень, гораздо сложнее, чем прошлый. Нет. Давай, братюнь, ты должен убить их. Ничего сложного в этом нет. О, сколько здесь много. Матерь Божья. Иисус, помоги нам, пожалуйста. Ну, пес Пока как-то не очень заходит шейкер. Честно, мы как-то слабенько пробиваем. Хорошо, убили. Влетает Акс, нагибает. Как нам больно. Но посмотрим, что будет с ФБ. Что будет с ФБшечкой. Нормально. Видите, закончился раунд. И нас всех отхилило. Продолжаем собирать предметы себе на дамаг. Чтобы с руки дамажить сильно. И нам все равно нужно собрать себе БФ. Мы убили всего лишь 17 крипов. 17! Может реально нужно было пойти в это, саппорта? Надо было пойти через арканы, чтобы по КД был стан. Прокаст. Фиг его знает. Ну ладно, в любом случае попробуем через кэрри. А, сейчас третья волна, сейчас будет Свардар и Сварк. А, нет, нет, сейчас Огр. Огры, Огры, они тоже идут с двух сторон идут. Они тоже идут с двух сторон. Вот вы видите, есть слабые Огры, есть сильные. На, пес, впечатала меня. Как же мне больно-то, а? Давай, давай. Нам, еще нужны варды. Давайте купим варды сейчас. Потому что варды позволяют а, контролировать карту. То есть мы увидим... Мы увидим, откуда идут враги. О, хилка, отлично. В принципе, не сложно, но... Мы еще не закончили раунд. Там, тем более, есть сильный довольно... А, видите, я не смог перебить его атаку, нечестно. Ну, пес. Все, мы его убили. Куча-куча бабла полетела. Нам, короче, нужно что-нибудь на вампиризм, реально. Нормально. Нам нужно что-нибудь на вампиризм. Наверное, мог купить кольцо себе на, на регенку. Ну ладно, регенку маны. Вот золото, поднимаем все золото. Золото нам нужно. Ты че, пес, меня бьешь? В принципе, видите, спокойно, спокойно мы прошли раунд. На, нормально. Все, появляется голда и последние, последние крипы. Пойдем. Скоро соберем себе БФ и будем нагибать. Ну, отлично, отлично. Красавчик, красавчик. Кстати, да, надо было купить себе Quailing Boy. Точно, я забыл, что мы играем за ближний бой, чтобы увеличить. Вот, совет, покупайте Quailing Boy, чтобы увеличивать урон. Вообще странно, как-то здесь идет по счет, почему 4 крипа. Я не мог убить 4 крипа, у меня всего 86. 86 за 4 раунда, я не мог убить 4 крипа, Вол. А в конце, кстати, будет стата, посмотрим, у кого больше крипов. Да, да. Во, мы можем купить себе вард, отлично, купим. Вот советую, покупайте варды, покупайте. Вот сейчас будет это, свардар. Нет, не дамся я просто так, мрази, не дамся. Уйдали, да? Как бомбанула моя сракотанище. Покупаем Куэлик Блэйд. Я просто не ожидал, реально не ждал, не ожидал, что они сейчас все придут сюда. Да блин, не то ты делаешь, братюня, не то. Нормально, все. Всех убили. Все-таки будем делать акцент. Акцент будем делать а, на пассивку и на тотем. Но ну, пассивка нам нужна для ультимета. Вы видели, как ульта прошла. А потом, реально. Для вот чего я пикал шейкера только для ульты? По моему замыслу, да, я хотел посмотреть, как будет идти ульта у него. Когда куча-куча-куча врагов. Еще можно купить курьера. То есть также можете управлять курьером, он будет приносить вам вещи и так далее. Вард очень полезен, он нужен. Но проблема в том, есть одна проблема, что вард могут сломать крипы, к сожалению. Давайте лучше купим себе хилку. Нам бы что-нибудь на вампиризм реально. Вообще, можно было не фейзы покупать ему АПТ. Так была бы скорость, было бы здоровье. Ну, посмотрим, ладно. Уже купили. Вот. Видите, уже посерьезнее пошли крипы, посерьезнее. Он, например, Соло не убьет Ранта никак. На, пес. На, пес. Все, тихо, 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 тихо. Меня хотят убить. Ну, Ладно, будем без озвучивания. Проседает, проседает наш а, шейкер. Не трогай вышку, мразь, не трогай. Видали, да, какой ударчик идет по щамам он? таки БФшечка. А потом можно собрать рапиру, прикиньте, рапиру и, это, и БФ. подвигаешь делаешь ударчик и все, минус 40 человек. Минус 40, сразу два, лол. Ну кому печатать? Иди, иди, мразь, печатаю тебе по щам. Смотри, сейчас будет супер удар. Но! Ну, ну вы видите, да? Скилл, скилл, скилл. Хилка, мне хилка нужна. В принципе, мы идем довольно хорошо. Ах ты тварь, я думал ты норм, фурион. Ну крыса, крыса, санная крыса. Всегда думал, что фурион крыса. Все, кстати, была такая тема, да? А, что крипы застревают а, в деревьях или на хэграунде. Поэтому, если раунд не, не заканчивается, ищите крипов по всей карте. Мы убили 7. Да нет, не 7 чувак. Минимум 2 царик Что же мы сейчас соберем? Что же себе собрать? Армлет попробовать, реально можешь? Давайте попробуем армлет. Реально мы тестируем, правильно? В этом весь интерес. Мы тестируем этого героя. Ни разу еще не видел, еще раз говорю, шейкера тестируем. Кто у нас сейчас, я не помню, честно. О! Пишем Ал Все идем на нее. Суть в том, что нам нужно ее убить. Эй, ты мразь! Ко мне, мразота! Ко мне! Как, как же я криво перебил! Перекрыл, короче. Пускай идут, пускай идут, я бы ультанул. Суть в том, что нужно убить ее, потому что пока мы ее не убьем, крипы будут идти бесконечно. Нет у меня ульты, кстати, уже все. Да мы, я думаю, быстро убьем. Хотя только половина здоровья отняли. Давай, давай. Самое главное просто нам критовать. Блин, просрал, просрал, просрал. Ну... У нас проблема огромная с маной. Огромная проблема. Давай. Опа! И удар! Все! Изи-бризи. Довольно тоже простой уровень. Самое главное не тупить. Просто бейте бруду. Бейте бруду. А бывает, а, люди тупят, бегают по всей карте, убивают других крипов, паучков убивают. При этом бруда разные, это, их новые делают, делают так бесконечно. Попробуем, армлет. У нас проблемы с регеном огромные. Давайте попробуем собрать еще себе доминатор. Нет. Доминатор собрать? Ну-ка подождите. Вампиризм 15 у нас будет. А давайте соберем себе Владмир. Какой-нибудь Владмир есть? Я соберу себе Владмир, реально. Ну, нужно больше регена. Больше регена нам надо. Кто у нас сейчас? Вот, это в принципе простые крипы. Простые крипы. Но суть в том, что они очень сильно дамажат. Дамажит сильно, при этом, видите, их очень мало, их нереально мало. Братюня, братюня. Ну, врубаем армлет, ну, а видали, да, по какой сплошь урон, изи-бризи, легкий раунд. Здесь проиграть очень тяжело, вы проиграете, если все станете под огонь. Вот эти вот рошаны, они очень сильно дамажат огнем, очень сильно. Все, у нас уже есть вампиризм. В принципе, неплохо. Еще смотрите. С каждым уровнем мы будем получать все больше и больше голды. Уже на девятом, на десятом уровне мы сможем за волну получать по 3-4 тысячи голды. Это очень много. Я, кстати, забыл про армлет, вообще в конце вспомнил. Давайте, наверное, соберем себе Тараску, я думаю. С Тараской мы вообще будем неубиваемые. Я бы купил бы еще вар, кстати. Давайте два варда купим. Варды. Еще раз говорю, не забывайте про варды. Нужно вардить карту, чтобы видеть, где враги идут. О, големы. Вот сложность этой, этой волны в том, да, что големы, они размножаются. Когда очень много големов, они могут даже соло убить врагов. На, пёс. На, пес. Забываю, забываю про армалет. Ну давай, братюня, с армалетиком. Дали, какой у нас дамаг идет. Нормально, нормально. У нас есть ультимейт. Ультимейт наш любит волну. Он очень сильно любит волну. Вот вы видели, да? Как просто разосрали снайпера. Помоги, нет, братюня. Нет, не хочешь помогать? Что это было, лол? <laughs> Он, наверное, не знает шторм, что здесь можно вдвоем. Ничего не понял, а где все остальные? Почему у нас сносят базу? Я не понял. Почему всю базу уже снесли? Так, делаем тотем, делаем супер удар и все, и нагибаем. У нас есть вампиризм. У нас ä, идет усиление атаки с армалета. И в итоге мы регенимся с вампиризма. То есть мы вообще не проседаем, видите? Я не проседаю по здоровью вообще. Меня очень тяжело убить 1600 хп, нормально. Ну, Но пока тяжело убить. В принципе, я скажу так, мы проходим довольно хорошо этот уровень. Довольно хорошо. Еще даже не ультовал. На. Но... Нормально, разбираем, разбираем. Так, следующий желающий. Видите, да? Я сделал а, тотем, у меня включен армалет, сделал удар и почти полностью отхилился. Профит. Не, молодцы, парни, это мне нравится, молодцы. Это мне нравится. Здесь реально, да. О, видите, рапиру купил, красавчик. Просто рапира шикарно зайдет. Тем более, когда я там буду станить, да, там а, ультовать буду. Не, парни, молодцы. То есть здесь у нас много, много шансов победить. Все-таки давайте соберем себе а, Тараску, то есть сейчас я ничего не буду покупать. Ну теперь как-то по-другому посчитал. Не знаю, короче, почему так. У меня вообще стало 52 крипа, 152. А, ставим вардик. Можно же еще один вард купить, давайте купим вард. Как я понял, только мне нужны варды, но ладно. Уже купили Керасу, молодцы. Что у нас сейчас? Что я вообще реально забыл? А, в принципе, такая а, средняя волна. Забыл, забыл про армлет. Но сложность в том, да, что здесь есть сильные герои. Это Урса. Он очень сильно будет нас пробивать. Тихо, 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 подожди, братиш. Нет, нет. Вот. Это называется обуз армлета. Профессиональный обуз армлета. Братюни, воскресите меня. Воскресите меня, братюни. В любом случае, я вам нужен. Сейчас будет а, урса. Уолл. Что это было вообще? Нам уже пробивает. Ну давай, давай, давай. Отлично. Но! Но! Влетаем, влетаем, делаем стан. Но, пес. Очень больно, но мы должны простоять. Это реально сложный раунд, да, из-за того, что они очень сильно пробивают вышки. Очень сильно. Но мы победили. Самое главное, мы победили. Ну, в принципе, он сам это себя воскресит. Лучше срать на него в любом случае. Делаем супер удар, но... Отлично зашел, отлично. Все, видите, он появляется, раунд закончился, он воскресился. Ну, неплохо, неплохо. Нормально мы получили за это голды. Очень много. Собрать себе этого. Собрать себе рапиру. Давайте лучше соберем себе криты. Пойдем в а Соберем себе один Дайдалас. По вардам у нас как-то все средненько. Ну, такой сложненький был уровень. Реально сложненький. Пробивали, пробивали. Но уже десятая волна. Мы скоро закончим, реально. Вот. Пудж. Прошлый раз я играл, да? Разминался. Мы проиграли на Пудже. А я могу сделать вот так. Опа, видал, не ждал, да? Как тебе такая а, затея? Забыл кучить армлет. Ну, пес. Ну, смотрите, без вариантов. Там, по-моему, всего три пуджа будет. Три. Или два. Да ты сдох, ты сдох, мальчик. О, это очень простой уровень, потому что реально. Смотри, как мы пробиваем. Вы видите, да? Мама, не горюй, просто аж слезы наворачиваются. Такую дамакала. Все. Два пуджа, два пуджа всего лишь. Очень тоже много голды получаем. Хорошо, хорошо. За уровень 2000, при том, что это был довольно простой уровень. Сука, на меня горелку опять кинули, заколебали. Знаете, вам вардик. Зачем ты мне кинул-то? Блин, я не могу собрать кристаллис. Давайте помигаем все на вард. Прикольный вард. Типа мы будем... О! Вот минус этого уровня, да, что клакверк... Вот они, клакверк, да, маленький. Они идут чисто на строение. А, так он вообще идет на сам трон. То есть на вышки трона и потом на сам трон. То есть он не бьет вас никогда. Но этот уровень, в принципе, довольно такой легкий, честно. Я не помню, чтобы я на нем проигрывал. На, ну, на, Делаем наперед удар. Отлично, отлично, разворот. Худшот. Когда я вообще буду ультовать? Так остался последний уровень. Все, мы с вами прошли. Изи-бризи, короче. Изи-бризи. Не соберу, я чувствую криты. А, так я уже все, 6 слотов, да. Вторая рапира. Три рапиры, офигеть. Вот это фарм, реально, вот это фарм. Молодец, вот а, снайпер молодец. Заметили, что его нету в этом списке, да? Какой-то баг, не знаю почему, но там отображаются только три героя. Просто тупо три героя. Хотя я уверен, снайпер убил очень много, у него три рапира аж. Вообще он убивал очень много. Ну все. В принципе, мы с вами прошли эту карту. Было довольно легко. Этот уровень вообще элементарный. Здесь проиграть почти нереально. Вот, помните, я вам говорил про снайпера и вышку? Да, он может сломать вышку. Только я не знаю, зачем он это делает. Здесь все просто. Здесь не нужно стоять вдвоем, потому что лично он ультует. Вы видите, да? Только появилась возможность, он ультанул. Также здесь еще аппарат бегает, но это вообще изи бризи. Из изи бризи. Просто без вариантов. Не, молодцы, парни молодцы. Хорошо сыграли. Я говорю, когда у снайпера три рапира, это забей. А, он пошел, короче, все вышки ломать. Ну давай, ломай последнюю, что ж. На, пес! Неплохо, да? А все равно это все, это конец. То есть мы уже выиграли. Меня убили один раз. Кстати, я смогу собрать себе итемы. Меня убили один раз за всю игру. Один раз. Посмотрим статистику в конце, у кого больше всего крипов. Ну, опять же, я вначале говорил, да, что шейкер далеко не лучший вариант. Мы просто тестируем данного героя. Есть вариант гораздо лучше. Ты чё, пёс? Лови пулю. Видите, парни просто развлекаются, реально. И первый раз, когда я вижу, да, и а, в Варкрафте, и во второй доте, сломали четыре вышки. Четыре вышки сломали. Хотя это, в принципе, это было предсказуемо, что можно сломать их. Я сразу вам вначале еще сказал. Но, наверное, до этого не доходило. Я не знаю, почему 12 уровень настолько легкий, но вообще элементарный. Ни разу на нем не проигрывали. Но разработчик, еще раз говорю, он написал, что он сейчас занимается над новыми уровнями. Смотрите, один удар. А, нет, это два удара. Три удара. Нормально. Нам даже покупать ничего не надо. Нет, один удар, это когда скрита мы делаем. Все. Победа, победа. Остался один крип, один крипуля. Го, 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 го. План перехват. Я должен сделать последний заход. Вот он. Все, мы победили. А здесь статистику-то вообще покажет? Я, по-моему, не показывают же. Точно, блин. Сейчас игра просто выбросит меня и все. Ну ладно, мы с вами поиграли в а, корпоративное выживание. Я говорю, очень интересная карта. Показали статистику, офигеть. Но она закроется, когда хост выйдет. У нас... У нас больше крипов, чем у снайпера, лол. Лёль. У нас больше крипов, чем у снайпер. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.